Мотивацию! Панда! О, чё за тяги? Кефтами. Что, нектами? Алло. Алло. Привет. Привет, а ты откуда? С Краснодара, а ты? Чего? С Краснодара. О, во, чётко. Тоже с Краснодара. Серьёзно? Да, ты прям с самого Краснодара? Да, а ты? Тоже. Какой район? Центральную ты. Центральная? Ты реально с Краснодара или ты прикалываешься? Ну, типа, серьезно. Сколько у тебя сейчас время? 5:54. Да блин, Краснодар наш, 23-й, 93-й, 123-й, 193-й регион. Ладно, 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 все хорошо. Сколько тебе лет? 19 тебе. 24. Как тебя зовут? Меня Равшан зовут. Как? Равшан. Равшан. Да. Понял, принял. А тебя? Меня Ева, а ты давно в Красе? Я, да, очень давно в Красе. Я в РУ учился. Где? В РУ. А ты с какого района? Я с Дубинки. Знаешь такое? Ну, слышала, но там что-то не было, наверное. Это в основном только вот на своем было, где в Прикубанском, Гидрострой. Это там рядом? Еще какой-то. Ну, я возле Вишняков живу, знаешь, Вишняковый рынок? Да, я конечно. Там рядом живу. А, ну вот, такое я знаю. Круто, блин. А ты где учишься? Наверное, не в Краснодаре, конечно. Я сейчас в Услабе. В Услабе сейчас? Угу. Что ты делаешь? Учишься? Учусь. А ты знаешь такой город Услабинск? Конечно. А, вот. Ты в Услабе где учишься? Не там, где... Как там универ называется? Педагогический колледж. А, колледж? Педуха, да. Осуждаю. А что вообще, а чем вообще занимаешься? Да особо ничем таким интересным прям. А так вообще Инстаграм есть? Да, но... Чё? Не факт, что ты меня найдешь, конечно. Почему? Ты сейчас хочешь найти прям? Да. Почему не найду тебя? А? Почему не найду? Ты не знаю, я всем пытаюсь объяснить, они не понимают. Давай меня. Я смогу с первого раза, если я с первого раза сейчас пойму, я еду в Услабинск, идем и все. Давай, попробуй. Давай, подожди, ну диктуй. Короче, английский. Делаю. Угу, угу. Да, вот это рыженькая, да? Зеркало? У тебя Adidas написано, да? Подожди, подожди, у тебя, как, подожди, сейчас, стой. 170, 138. А у тебя там две И? Так, и S какая? Тебя нету, знаешь? Я реально нету. Почему так? Давай, давай, скажи. Английская, вы маленькая. Да, вот ты. Так, все, 63 подписчика и 16 подписчиков. У тебя фоток нету. А что у тебя фоток нету? Типа, не увлекаюсь таким. У меня есть в архиве там фотки, типа. Да я думаю, сейчас... я увижу тебя, посмотрю, а ты ни одной фотки не поставила. Да, сейчас увидишь, сейчас я сейчас этого... С архива берешь? Она говорит, мне никто не может найти, диктует имя, а она диктует не ник свой, а имя, которое у нее в этом, в профиле. Фунсти. VPN включила у нее. Отконнектил. Алло, ты тут? Алло. Да. У тебя откуда столько подписчиков? Накрученные. А, типа, в смысле, на сайте на каком-то, да, допустим? Да, это не настоящее. Нет, 1000 их туда. Нифига себе. Вот это ты мощный. А что ты фотки не открыла свои? Да я тебе сейчас проще скину. Давай. Сейчас я тебе свои самые... Да ладно. Хотела самые смешные поскидывать, ну ладно. А ты там сейчас одна живешь? Нет. В общаге или так? Типа не общага, но у нас квартира, у нас 5 девочек живет, в общем. Ух, ничего себе, у вас весело. Да, все крутые девчонки. Вот. Так, покидала такая фоточка. Такие фоточка. Я жду. А ты в инсте кидаешь, да? А? В инсту кидаешь? Да. Рейвен? 4 вот тебе уже насобирала. Да. 5. А зачем не спишь вообще такое время? А что еще делать? Ой, что еще делать? А зачем спать?
Такое время спать, это вообще, ну, не знаю, не мое. Работала? Нет. Я не работала. Я просто не сплю. А МБР есть? Кто? МБР. Это что такое? Это когда массовое беспокойство этого, ну, рациона. Нет. Все нормально, значит. Ну, у тебя 6 уже набрала. Ого, ничего себе. Сейчас будет 7. Ого, ты прям, ты мне прям балуешь, да? Фотка? Да. А когда у тебя день рождения? 5 августа. Угу. Уже было, уже не скоро. Вот, отправить 7. Жду. Ой, а чё они не открываются? А, всё. Пришли? Нет ещё. А, нет, ну вот, это всё буду я. Это всё ты? Да, это я. Ну, я пока вот не на первой фотке та, что в найках, это я. Ну, на второй фотке это, в принципе, я. На какой-то там фотке я в серой кофте с надписью. Там вот это, тут я, тут тоже я. Так, ну, а вот, да, вот это пришло у меня фотки. Вот. А тебе точно 19? Ну да, а сколько? Такая помоложе, как будто лет 16. Ну, блин, ну это же круто, конечно, на самом деле. Типа, просто видишь, типа, я не крашусь, я без косметики, поэтому, типа, как бы, ну, может, типа, из-за этого. Нет, ну, ничего себе, в Найках ходишь, молодец. Алло? Алло? Да, обычная девчонка, знаете, такая простая обычная девочка. Давай, некц. О, обычная, ну, девчонка такая. Молодая. Парень пришел, походу. Алло? Алло. Привет. Привет. Чего не спим? Что? Чего не спим? Сбит режим сна. Это плохо. Угу. Вообще, как дела у тебя? Нормально. Все хорошо? Угу. Пульс, давление, сердцебиение. Я твою мать. Привет. Привет, привет. Как дела? Нормально у тебя как? Все отлично. Все. Ты не спишь? Режим сбился. А ты чего не спишь? С кем лежишь? А, режим что? Сбился. Не послушал. Режим спился, я думал. Купился еще. Что? Забей, это я просто уже сонный из-за этого, наверное. Я вот тоже режим сбитый у меня, я страдаю. Сколько лет тебе? Мне почти 19, а тебе? Почти? Мне 24. Нифига, ты старый. Почему ладно, старый? Взрослый. Спасибо, ты тоже. Как будто бы, не знаю, у меня... Ладно, забей. Что, как будто бы? Дежавю тебя? Что? Что у тебя там, как будто бы? Ничего, забей. Ну скажи, мне уже интересно стало, я не... Да, это... Я не считаю, что это нужная информация. Ну, пожалуйста. У меня температура, я схожу с ума. Можешь не воспринимать меня всерьез. Откуда ты? Что? Откуда ты? Чё? Ты откуда? Я из Тамбова. Тамбов? Угу. Это, а ты? Это когда мальчик хочет Тамбов? Блять, как же меня это уже заебало. Да, ты спи, снимайся, тут, хочет Тамбов. А я из Краснодара. О, круто. У меня оттуда друг едет в Тамбов. Реально? Через неделю, да. Ничего себе. Привет ему передавай. Угу. Что? Привет передавай ему. Да. Хочешь, я найду тебе друга? Как? В смысле? Он, короче, работает на заводе. Угу. Не знаю, там какой завод. По-моему, изготовление плит. Зовут его Влад. Угу. А, на вид не особо дружелюбный. Угу. И... Не знаю, все. Все? А ты себя опиши. Я Геля. Угу. На вид дружелюбная. Угу. Хотя не думаю. Ну да, на вид дружелюбная. Угу. Низкого роста. Угу. Что еще? Слышь. Худого спортивного телосложения. А теперь докажи. Как тебе докажу? Ну, что у тебя там? Есть Инстаграм какой-то? Я не даю свои соцсети тут. Почему? Потому что я не заинтересована в общении ни с кем. Не, я ж не писать тебе не буду в инсте. Ну, у меня Инстаграм нет, кстати. С этого я начинала. Не, реально нету? Да, у меня новый телефон. Mm-hmm. И я не смогла войти в свой Инстаграм. Mm-hmm. Из другого телефона его удалила. Mm-hmm. Вот. Когда появится, тогда и появится. Меня mm-hmm. заебало уже с пьяным заходить. Это очень вот. Грустно. Mm-hmm. Очень грустно. Да, прикинь, я, короче, сейчас разговаривала с мальчиком. Угу.
что мы разговаривали, и он мне уже показался странным, и думаю, ну ладно, сейчас скипну его. И что-то он такой, блин, мне так приятно, что ты со мной общаешься, я просто инвалид, у меня не, типа, недееспособные ноги, вот туда-сюда, начал, типа, рассказывать что-то про свою жизнь. Мне стало грустно, я начала загоняться. В итоге потом он меня скипнул. Серьезно? Да, из-за того, что я сказала, что не хочу давать свой телеграм, он сказал. А почему ты не дала? Ну, я вообще, меня не хочу ни с кем общаться. Это не случайно не Глед? Не звали его Глед? Что? Глед. Чего? Его случайно как звали? Глед? Нет, его звали Валентин. Вот. Валентин. Валентин. Меня зовут Равшан. Красивое имя. Спасибо. Геля тоже не красивое имя. Спасибо. А какой ты национальности, если не секрет? Я турок. Реально? Угу. Я наполовину турчанка. Что? Да. А кто у тебя турок? У меня мама. Мама? Угу. А теперь... Папа азербайджанец. Серьезно? Угу. Ты знаешь что-то на турецком? Ой, я раньше очень хорошо разговаривала, сейчас я плохо разговариваю. А мама какая турчанка? С Турции или? Да, она жила в... Сейчас назову город, минуту. Блин, сейчас правда назову. Забыла, это... Блин, прям у меня температура, прости, у меня мозг плохо работает. Турецкий в старом телефоне остался? Что? Вспоминай. Сейчас. Это популярный город. Стамбул? Анталия? Нет. Бодрум? Еще на А. На А. Анкара? Да. Вот. Это столица? Нет. А, да? А, тогда подожди. Да, Анкара. Адана, может? Возможно. Я не помню. Там то ли Анкара. Да, Анкара. А папа? Папа у меня азербайджанец. Вот. Ничего себе. Он, да. Такие пироги. Пироги с котятами. Да. Вот. Ты прям Геля зовут? Да, у меня реально Геля зовут. Гелик. Ну, у меня папа тут всю жизнь прожил. Вот. Поэтому он, не знаю, как они придумывали мое имя, но это странно. Прикольно. Ну, ты, короче, не даешь свои соцсети, так неинтересно, знаешь. Просто интересно, ты, ну, хоть увидеть тебя просто интересно. Телеграм хотя бы. Я даже писать не буду. Ну, а смысл в этом вообще какой? Просто увидеть? Ну, не думаю, что это хорошая идея. Почему? Мне не нравится такое. Почему ты не любишь, ну, знакомиться там? Я сейчас в этом просто не заинтересована. У меня нет такой цели. У меня достаточно знакомых. И вот. Все, понял. Ладно, давай тогда. Удачи. Пока. Пока. Неплохо пацан сейчас написал, говорит, турецкий. В телефоне старом забыл. А, да. Как тебя зовут? Ты мальчик? Как тебя зовут? Кого? Как тебя зовут? Что ты акцент делаешь? Tell me you want me to. Tell me you love me too. Baby, what time, baby, the shambo. Tell me. Okay, but my mission is bango. Tell me. Неплохо, кстати. Бля, пи***ть, я опозорила. Алло. Алло. Ну что ты дал? Скажи мне. Ну что ты дал? А что ты сразу оскорбляешь, хорошо? Извини, брат. Что сделаешь? Как дела? Нормально, ты как? Да тоже потихонечку. Что делаешь? Вот тоже режим, блядь, сломался. Тебя, смотрю, делать неху. Делать неху? Да. Вообще пи***ц. Ты откуда? Казань? Инстаграм, да? Инстаграм? Да без проблем. Долоев. Алло. Привет. Добрый день. Как зовут? Добрый день? Утро. А, доброе утро, да. Зовут меня Равшан. Равшан. Приятно. Вау. Как тебя зовут? Взаимно. Я Даша. Даша. Откуда ты? И всего времени, что я потратил здесь, где-то час, может, полтора, я слышал нормальный голос. Ну, возможно. Настроение поднялось, если честно. Сколько тебе лет? Мне 24, а тебе? Алло. Залагала чуть-чуть. Я говорю, мне тоже, это судьба. Тоже, да, 24? Откуда ты? Я с Питера, а ты? Я тоже. На Ваське живу. А вот это уже плохо. Почему? Не знаю. В Питере друзья, в Питере семья. Я уезжаю, я переезжаю. Не переезжаю, я же не гоню, ну, не иду к тебе. Я с Ростова. Не вреет из Питера. Я с Ростова. С Ростова? Да. Ладно, пусть будет так. Чем занимаешься вообще? Почему не спишь?
Я пишу курс. Какой еще курс? Гусейн Гасанов, что ли? Что? Гусейн Гасанов ты? Это что? Ну, типа курсы, как, ну, что за курс? Учеба это? Ну, продать курсы хочу. Ну, так и скажи, говоришь, Гусейн Гасанов или нет? Какой Гусейн Гасанов? Кому продать хочешь курсы? Людям продать хочу курсы. А что за курс? По фальцету. Что? По фальцету. Фальцет что такое? Тонкий, высокий голос. О, фальцевая. Неплохое звучание. Это поэтому у тебя такой голос? Тонкий, тонкий. Нет, ну, поют только в фальцете. Научи меня, пожалуйста, петь на фальцете себе. Ну, просто верхнюю ноту берешь неплотно, и все. Ну, я именно беру противопоказания по фальцете. Нет, то есть Адель, например. А, ну она прям очень сильно поет. Нет. Нет? Не везде. Ну, она очень сильная, нет? А ну, спой, нет, пожалуйста. Поёт, да, она сильная. Ну, то есть, у неё же есть фальцет в песне. А можешь спеть? Нет. Почему? Не знаю. Ну, пожалуйста. Нет. Ну, пожалуйста. Да проси их сколько хочешь. А Литвин нормально поёт? Не знаю, не слышно. А спой вот эту «Выйду ночью в поле с конём». Спой, и пожалуйста. Не поёт этот жанр. А? Не поёт этот жанр. А какую ты музыку любишь слушать? Да все слушаю. Ну что, постоянно слушаю? Я что, одну песню постоянно слушаю? Не, ну по-любому есть какой-то артист, которого ты часто слушаешь? Нет, все просто вместе в каше слушаю. Ну что, например? Я слушаю то, что мне нужно. Ну что тебе нужно? Адель? Ну что ученик возьмет. А ты? То я слушаю. Ученик возьмет? Угу. Ничего себе. А как найти твой инстаграм, чтобы тоже взять что-нибудь? Зачем тебе? В смысле зачем? Что-то брать. А? Зачем тебе что-то брать? Я просто буду петь и пытаюсь... Я, ну, я только что пел, понимала. Что? Испугалась, типа? Подожди. Подожду. Пиздец. Чё? Да ничего, просто. Чё случилось, говори. Ничего. Ну, ты сказал пиздец. Просто пиздец, захотел сказать. На здоровье, на зелёный. Так что? Так что это? Инстаграм, может? Нет. Бустера знаешь? Полилась, сучка. Алло. Чё ты, снайпишь меня? Алло. Алло. Бля, Равшан. Твой рот, твоего стрима, рот, я, блядь, с 12 часов, сука, уснуть не могу из-за твоего стрима, ебаный свет. Да, нахуй донатил мне всякую хуйню. Потому что ты голос не узнал, блядь. Мой голос как можно не узнать, скажи, да. А ну же, брат. А так, слоны в чат. А ты откуда, из Дагестана, брат? Я, да. Давай, бро, Хасавюрский? Нет, Махачкала. Все, вперед, Махачкала. Да, все, связь. Извините. Алло. О, привет. Привет. Мак, как дела? Не очень. Что, такое заболела? Максончик, спасибо. Да, Максончик, спасибо, да, и заболела. Здорово, пацаны. Чего болела? Заболела. Выздоравливай. Спасибо. Откуда ты? Я с Москвы. Ну, Москва. А ты? Я тоже. Неплохо. Угу. А ты откуда? Район, а кого? Филевский парк. Молодец. Молодец. Спасибо. Я ищу и вот девушку, короче, потому что мне одиноко. Алло, чего надо? Ну, блин, Рошан, привет. Здорово, бро. Чего такой грубый? Чего ты заебаешь меня, нахуй, снайпер? Не, ну ты мой кумир, брат, я реально верю в тебя, ну, типа, я бы с тобой подружиться хотел бы, на самом деле. Вот, давай дружить. А сколько тебе лет, кстати, я хотел бы узнать. 30. 30? Да. Мне просто 20, я чай никогда не пил. Ну, типа, вот на день рождения хочу попробовать еще. Не надо, да, такой. Не, ну такой черненький с лимоном, там, гринфилд, понял? Что ли? Ладно, Рушан, удачи тебе, извини, пожалуйста. Давай, давайте. Пока, бра. Все, давай, бра. Алло. Привет. Привет. Что делаешь? Сижу на кухне, чай готовлю. Приятного аппетита. Не слышно. Я твой рот ебал. Не слышно. Пора, чайник ты выключи, бра. Там у Кагерера спрашивал, алло, когда да, он зайдет. Да, он точно знает. Он найдет, да. Объяснить. Алло, да. Я там понимаю. Алло. А ну да, я у него спрошу. Где, в Galaxy или в Катарсис? Нет, в Катарсис, он админ там. У меня нет, кстати, в Катарсис. Алло. Привет, мне знакомец. Привет, айтишники, как дела ваши? Выздоравливай. Ну, я спрошу у него. А то если зайдет, что это? Выздоравливай. Чем отличаются они друг от друга? А? Ну, видишь, если ты компьютером не пользуешься, то тебе, по сути, эта информация лишняя. Казахи? Идрис. Салам алейкум. Алло, халайсан. Яхшим сон. Унагиске, уля.
Ой, ассаламу алейкум. Сикин сяни да, сяни да, анан да. Алло. Алло. Иди на***. Раш, какая канал? Заебать, блядь. Ладно, нам 14. Алло, алло. Чё? Это, хотел сказать, рот людей, которые Серёгу засирали, вот честно говоря. Да, согласен. И, да. Всё, рожай, ты спокойно сейчас пойдёшь. Да, брат, спокойно. Ой, блядь. Алло. Что? Алло, да, слушаю. Здравствуйте. Звонили? Нет. Откуда ты? Я с Владивостока. А ты? У вас утро, наверное, да, уже? Ой, день. День. А я с Краснодара. Я за тебя рада. А ты сколько лет? Ну так пойдет. Сколько лет? 18. А тебе? Мне? 21. Ты хоть и рост? 164. Вес? Ты там этот досье собираешь на меня, я не могу понять. Угу. Ну, оно тебе не нужно. Почему? Ну, я так считаю. Ты сказал возраст, рост, но вес не сказала, да, почему-то. Ну смотри, я могла напиздеть про свой возраст, я могла напиздеть про свой рост, и я могу напиздеть про свой вес. Да, но ты не напиздела про возраст, не напиздела про рост. А с чего ты уверен, что я не напиздела про... Ладно, про возраст. Можно по голосу понять. А про рост? Почему так много всего началось, когда я спросил про вес? Ладно, хорошо, я могу ответить на этот вопрос. Давай, давай. Скорее всего, где-то 60-65. Точно не знаю. Нормально же что-то. Ну да. Хорошенько. Тебе не достанется. Блин, очень обидно, если честно. Че? Кукнешь меня? Еще раз. Кукнешь меня? Че сделаешь, господи? Что за словечки? Я говорю, Инстаграм есть? Нету. Почему? Потому что мне лень VPN скачивать. Логично, наверное. Реально? Из-за этого нет инсты? Да. Мне просто лень VPN скачать, и все, в принципе. Ошалеть. А у вас типа... А сколько у вас минус? Сколько у вас минус сейчас там погода? Минус 11. Минус 12. Нормально, не прям холодно, не? Ну да, в принципе. Вообще тепло. Жарко. Одевайся тепло, а то заболеешь, вообще мне не достанешься. Да я и тебе и так не достанусь. Привет. Алло. Привет. Чем говоришь? Привет, говорю. Привет. Как дела? Нормально, ты как? Нормально. Ты не спишь? Так утро уже. 9 часов так-то. Да у нас. Сколько тебе лет? 15. 15? Ну да. Ты прикинь, мне 30, я 12 лет старше. А, блин, будешь моим папочкой? Не. Ну ладно. Тюрьму посадь. Почему? Ну, то, что ты маленькая. Так послезавтра 16. Ну и что? Так уже все нормально. Я и с ней 18, давай получаемся, а моей папой станешь. Давай с твоей папочкой стану я. Охуеть. Почему мы ей нет ее дал? А? Почему мы им нет ее дал? Ну, потому что она совершеннолетняя. Ее можно долбить, тебя нельзя долбить. Ты охуел, пошел на такого папочку. А чё ты? А тебе надо папочку? Серёга, ты что ли? Здорово, братан. Как оно? Нормально, ты как? Че, по малолеткам двигайся, смотрю. Не, брат, твои малолетки по мне двигаются. Так ты же, смотри, диалог же продолжаешь. Что еще раз? Диалог же с ними продолжаешь вести. Продолжаю. Ну вот, продолжи с малолеточкой. Мы хотим с тобой продолжить диалог. Я смотрю, ты дохуя, разговорчивый, да? Да. Угу. Расскажи мне за себя, кто вообще есть такой? Порядочный человек. Порядочный человек? Да. Понял. Его зовут Миша Аникеев. А почему за тебя... 1998 года. Слышь, порядочный, почему за тебя общаются девочки? А чё? Ну чё, у него своего слова нету, что за него тёлка общается? Это, а чё? Это наш брат. Мы же и так-то чьи-то сёстры. Вот наш брат. Да чё вы, блядь, вы просто в френд-зоне держите, он, блядь, максимум что делает, издалека нюхает вас. Нет, мы его знаем 2 часа. А чё, он по малолеткам двигается или чё? Проживает в городе Краснодар. Вы с Краснодара, что ли? Да. Бля, я тоже. С дубинки. А, прикольно! А ну иди сюда, нахуй, Миха. Слышь, Миха, а ну иди сюда, нахуй, к телефону. Пойдем двигаться. Сюда, иди к телефону.
Как раз одни а дома. Иди сюда, к телефону тебе говорю, нахуй. Слышь, ты, бля, узбек, нахуй. Все поверил, или что? Да, поверил себя, нахуй. Че все за тебя все сказали? Ты нормально общаешься, хуй за рта вытащи. Бра, братанчик, нахуй ты вообще, ты с Краснодара, Михаил Анкеев, 98-го года, че ебатый? И че дальше? Он и... самый. Вообще, да, тебе похуй? Да, конечно, бля. Похуй, да? Когда не делали. Тебе похуй? Когда делали. В жопу вы когда тоже похуй делали. Станет, или че? Слышь ты, бля. Да, Миша, я Миша, я забыл, ебал. Ты меня знаешь, Миша? Давай так. Ну, да, вот представься ты. Равшан зовут меня. Кто? Равшан. А фамилия? Какая разница? Тебе фамилию сейчас сказать? Ну, скажи. Джульпаев, прям сейчас находи меня. Давай, сейчас найду тебя. Давай. Ну все, спишемся, увидимся. Не-не-не, не бросай трубку. Давай, пока-пока. Не-не-не, не бойтесь. Да-да-да-да-да. Пока-пока. Да тебе, Миша. Где-то опять РП, конечно. Как он занервничал в моменте. Поправила меня, знаешь.